Давно не было Хардстона. Многие спрашивали, многие просили. Так и быть, сделаем исключение сегодня. Реально давно не было. Стрим очевидно с задержкой, потому что по-другому никак. Вито Папуччи. Бля, ну что это за карты? We have turned our curse into our strength. We have turned our curse into our strength. Я не могу это произнести, слово strength не произносится. Это невозможно. Это нужно, не знаю, затрачивать тысячи раз, чтобы его произнести. Буквально тысячи раз. Strength, 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 сука. Какое тяжелое слово. Окей, у него нюха нету, это хорошо. Можно гиганты что поставить. О, даже Думсайра поставлю. Найс. Опа, F5. Рели? Го сайленсера. Тупо ебашить. Your magic shall not save. Гигант ебучку бьет. Сау в чешонтке. Таламуана. Таламуана, челик. Оу. Пизда ему. Сайфон Соу. Опа, опа! Не-а-не-а! А я здорово. Кулете? Кулианский. Изи сайленсер. Наааа, бля. Тупо гигантыч. 100-100. Кайф. Забомбил. Опять казино в скобочках ХС. Ну да, кстати, на самом деле это по сути есть казино, да. Тут соглы. Anyway, еще будет казино. Какой, короче, легенду возьмем. И казино. Если, конечно, я смогу взять легенду, мы обе сгорю. Скорее всего, я не смогу. Потому что я не затрачиваю ХС, ну, скорее всего, я сгорю. Скорее всего, не возьму. Какое сегодня число? Че только 11 число. Для меня-то, ну, слишком рано, учитывая, что я не затрачиваю. Для задрота, ну, там 5 число нормально, ну, да? Ну что еще? Но я ж вообще не затрачиваю. Дошла инфа, что проект «Артас» был создан СБУ Украины для финансирования карательной операции на Донбассе. Это правда, Папич? Ты нас используешь? Оценка рофла стремительно падает. Так, ну счет, го еще один дров в надежде на гигантыча. Опа, нихуя. Бля, мне Хантера тяжело выиграть, он эти яйца обусит, я не знаю, что делать. Надо было засайленсить. Ой, в пизду. Почему не засайленсил с монетки, я не знаю. Ну, потому что я даун. Поэтому. Хм. Ладно, похуй, хеллфайром заебашу здесь. Еще загрейджу... Короче, ладно. Да почему у них всегда есть яйцо и потом дальше продолжение к яйцу? Я не могу понять, почему так всегда так есть. Я уверен, если бы я поиграл таким хантером, у меня не было бы продолжения никогда. Я бы поставил яйцо, а дальше ничего нету. Или наоборот, не было бы яйца. Ну, конечно, если у тебя всегда продолжение есть. Так, так легко. Продолжение иметь 100%. Ха! Я бы тоже так мог. Только не ставь куба. Хотя похуй, куба оставь, ладно. Сделаю сайленсер на кубика. В принципе, будет нормально. Окей, нормально, 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 нормально. Пока рано думсейра ставить. Хочу монетку попридержать. Ну что еще?
Приветствую, ваш величайший. Сегодня целый день работал на поле, цапал, чтобы заработать 500 рублей. И 200 рублей из них закинуть лучшему в мире. Спасибо. В одну катку величайшего на ВК в Доте 2. Это не от меня зависит. Я не смог найти игру в Доте. Алло. К чему ты это говоришь? Причем тут донаты? Причем тут вообще деньги? Я подрубаю Доту 2, когда могу, неужели не видно? И причем я потею? Ты что, не видишь, что у меня в калибровка в Доте 2 7-0? Что толку от донатов, как они помогут ину подрубить Доту? Не, донат, конечно, спасибо большое, надо, базар 0. Но это не поможет подрубить Доту. Я не смог найти игру, все, что я могу поделать? Ну, чел, ну что я могу поделать? Что я сделал? Я не смог найти. Ну, что дальше? Maybe гигант, монетка Hellfire, не. Вот так. Если получу въебало, ну... Конечно, неприятно, тогда я поставлю гиганта плюс таунт, maybe. Хотя, блин, таунт 2-6 просто будет. Хочу монетку оставить на... Гул'дана. Ну, тратит Hunter's Mark. А, бля. Хотя, это нормально. Сыграю гиганта плюс лайфстил. Или нет, стоп. Не-не-не, идея. Играем Siphon Soul, потом играем на 8 маны гиганта плюс Аметит с Хеллстоун. Я снова живу. И так будет рыли, заебись. Так будет идеально, лол. Потом гигант плюс Аметит с Хеллстоун, потом Гул'дан. Да. 4-8 рыли, блять. В пизду. Почему 4-8? Я не могу это убить. Ну окей, если у него летало с двумя килл-командами, я умываю руки. Я могу поставить таунт, чтобы, ну, не залетариться, ну ладно. Бля, почему гиганта? Не, ну это уже нечестная игра, гайс. Найс, найс играешь. Я снова живу. Окей, изи тут. Хоть так. Сейчас Гул'дана поставлю, maybe вырулю его с помощью Гул'дана. Тем более у меня сейчас будет еще 12-6. Хотя maybe пока рано ставить Гул'дана, потому что, ну... Мне надо еще дроваться. Надо дровнуться, наверное, сначала. Поставить 12-6, 2-4, гомункула. Чтобы он воскресился. Рыли, блять! Окей, найс, вот это идеально. Тогда можно Гул'дана на следующий ход. На, бля, на! 10 тысяч миллиардов статов. Скажите мне, блядь, что он тремя картами сможет убить 10 тысяч миллиардов статов. Скажите мне, плиз. Три карты у чела. Сможет ли он убить тремя картами плюс бестом 10 тысяч миллиардов статов на борде? Это реально? Это законно? Сейчас Гул'дана воскрешаем демонов. Почему 3-10? А, все правильно. Пиздец. Гул'дан или Рана? Ну, Рана Гул'дана, го еще подроваем что-то. О, найс. Не, нахуй. Я неправильно сыграл, наверное, надо было... Хотя ладно. Рели. Poisonous Rush. Silence плюс Rush. Рели! Рели! Как это можно вытащить такую хуйню? Чтобы убить две карты сильных. Он что, рофлит? Пидорас. Очень важно. Ааа! Thank you! Лучшая фраза в Хардстоне.
Ну теперь я должен вытаскивать, хз. Ну а гиганта сейчас тая, наверное, придется не обузить обилку. Ааа! Thank you! Ааа! Thank you! Your soul shall be mine! Все меняем, ищем драконов и гигантизм. Оу. Добрый початок, неплохие карты, шансы были, да сплыли. Ну что еще? Хех, здорово. Пропустил оку. Начало стрима. В честь чего ХС? Да просто давно не было, да и просили давно. Сегодня было настроение на ХС. Который в ноябре выйдет. Откуда я знаю, буду ли играть в артефакт? Когда посмотрю, когда почекаю геймплей, я подумаю, я скажу потом. Седьмую книгу не дочитал, половину прочитал. Ну что еще? ХС, потому что давно просили, и сегодня есть настроение как раз. Правду, работяги. На самом деле Виталя не может читать текст, в котором больше 300 символов. Донат. Вы спросите, а как он читает Ведьмака? Книги про Ведьмака Виталику читает бабушка перед сном. Знакомство с семи книгой замедлилось, так как бабушка уезжает на дачу. Здоровья Виталику. Здоровья Виталику. Виталику. Ку. О, ку. Куда дай ему карты сжигать, я не знаю. Я сейчас сожгу себе карту, даже если он ее убьет, но это не важно. Мне побыстрее бы взять, ну, сжигание карт. Хз, а что тут ставить, anyway? Что тут играть? Siphon Soul. На эту штуку тратить. Он может сам мне сейчас кучу карт сжечь за один маны хуйней. Надеюсь, этого не произойдет. Уфа. Ясно. Гениально! Ёбнуть все это нахуй сразу или как? Ёбнуть это нахуй все или что сделать? Maybe не ёбнуть, maybe Hellfire и Defile. Все остается 3 хп, 2 хп, 1 хп. 3 хп. Hellfire, Defile тоже работает, но... Наверное, так и сделаю, да, что у меня там забафались помойки. Тем более, две карты потратить мне выгодно. Я хочу потратить побольше карт, чтобы юзать First Seal. Упа! 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 F5! Забафал две помойки и могу юзать First Seal, чтобы не овердровнуться. Сейчас юзаем, скорее всего, First Seal плюс хиллера. Бля, ну какого хуя? Нет смысла First Seal делать, надо убивать эту штуку. Ладно. Тогда следующий ход 2 сила. Warriors of the Frozen Waste, rise! Окей, поехали карты сжигать. Как бы у меня есть... 12-6. Оставим потом, наверное. Или сейчас ебануть. Не, го, ну так. Как с этой хуйней справиться? Засайленсить ее просто, а если она кубом съест сразу, что я буду делать? Лучше куб засайленси, правильно? Позволь жить! Гул'дан появился. Лучше куб засайленсить. Я могу засайленсить куб, сделать Hellfire, Defile и все, все зачистить, по идее, правильно? Надеюсь.
Бля, сложная кетка. Мне тяжело против паука-друида. Ебаные кубы меня выиграют, скорее всего. Ну, карта ему жечь очень... Бля, лол, рели? Он себе куб сжёг! Сожги второй куб! Второй куб сожги! Вичингауэр жёг! Куб жёг, Вичингауэр... Второй куб! Что?! Два куба жёг и Вичингауэр жёг! О, нет. Ебать, этот лакер конченый. Ебать. О, нет. Ебать. Как можно быть таким лакером? Ебать, вот, И что теперь делать? Как он может быть таким лакером? Я же не могу это зачистить никак. А, окей, это не чистится, я проебал. Как может... Как... Сука. I wonder... Бля. Ну что еще? Здорово, Плакич. Чатик ку. О, теперь я точно Плакич, эту игру выиграть нельзя теперь, получается. Как тут зачистить? Я не могу почистить здесь ничего. Уф, у меня мозг не работает, как тут можно зачистить? Никак! Я не знаю, никак! Не, я не знаю, я никак! Тут не чистится! Сука, никак! Я не могу зачистить, не чистится! Ничего не делается, пизда! Тут не чистится никак, ни одной кнопкой, блядь! Ну что еще? Привет, дорогой зритель! Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи Твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.